Автозавод имени Ленинского комсомола – детище первой пятилетки. Его рабочий коллектив только за последние 20 лет в 4,5 раза увеличил объем производства. Малолитражка «Москвич» хорошо известна как в нашей стране, так и во многих странах мира. Несколько месяцев длилось соревнование между лучшими бригадами завода за право участвовать в сборке юбилейной машины. Вот он, 3-миллионный «Москвич». Это событие было торжественно отмечено работниками завода. Участники митинга, передовики производства, призвали своих товарищей отмечать ударным трудом каждый день завершающего года 10-й пятилетки. Трехмиллионная машина – один из трудовых подарков автозаводцев 26-му съезду КПСС. Еще одно их обязательство – накануне съезда освоить выпуск новой модели «Москвич-люкс».